за поддержку комьюнити. Вы реально лучшие. Вы просто лучшие. Просто лучшие. Спасибище вам большое. Спасибище. Как относишься к литовскому спидранеру Сасу Бибу? Эко Честер, диджей Джамшу и мой. Спасибо большущее, спасибо. Спасибо от души, от души. Значит, еще раз, боже, да? Эта игра исключительно про мышечную память. Разберем мы только несколько категорий, ребята. Это Average, Range Mod и ТАСС посмотрим. Я не буду прям все-все-все объяснять, но по возможности, конечно, объясню максимум, что возможно. Значит, есть кстати, один человек, прошел ту вечную минуту, который руинит... Да прошел. Есть еще чат, который руинит разборы. Который лавина полностью уничтожает сейчас, ребята. Бош, это BBF. Я сейчас обязательно на него ссылку скину на speedrun.com. Там можете посмотреть у него все каналы. Короче, куда там, Twitch, YouTube, в общем, вот он, BBF, уничтожает полностью, ребята, эту игру, просто полностью, ну, давайте с Average мода тогда начнем. Спасибо, ребят, всем большое за поддержку, по возможности, ну, вы понимаете, да, не надо. Тут объяснять, на самом деле, много чего придется, поэтому, ну, не руините, пожалуйста, прошу вас, прошу, окей? Like if the spike was... Ти-ти-ти-ти. Поехали. Значит так. Не, Vitwix, он не самый жесткий. BBF жестче. Начинается все с туториала, ребят. Туториал проходится не... Ну, по-особенному. Значит, здесь, если ты не задеваешь по поверхности, просто падаешь здесь внизу, убиваешься, тебя телепортируют вперед по левлу. И ты делаешь это несколько раз, потому что ты хочешь, ну, так быстрее, ребят. Так просто тупо быстрее убиваться и появляться на следующем экране спереди. И в этой игре, ребята, все на глобал кулдаунах. Поэтому чаще всего, когда есть какой-то цикл каких-то вещей, то ты берешь сейв, делаешь рестарт и сразу идешь на глобал кулдаунах, на глобал циклах. Вот, собственно, этот чувак, этот медведь, ребята, тоже на глобал циклах. Как я уже говорил, эта игра просто исключительно про мышечную память. Вот здесь, ребята, вот здесь этот прыжок пипец фреймперфектный. Фреймперфектных прыжков в этой игре просто баснословное количество. И те, кто играл в Bosch, это вот понимает, о чем я говорю, потому что... Ну, это трэш, ребята. Просто нужно знать, как нажимать. Вот здесь, допустим, двойной прыжок экономит время. Тебе не нужно ждать, пока поднимется платформа. Ну, в общем, вот так вот. И, конечно же, брать сейвы — это дело не профессионалов. Профессионалы не берут те сейвы, которые не нужны, потому что в начале игры, особенно если ты хорош, то если ты сдох в начале игры, то это рестарт, ребят. Количество рестартов и резетов, как это называют, резет, ребят, у спидранеров в Боше просто пипец баснословное. Вот этот прыжок Hello Kitty тоже, ребята, тоже та еще дичь. Значит, по поводу Hello Kitty. Она двигается вверх и вниз, поэтому вам нужно просто, ребята, повторять действия, которые здесь делают. Она, как бы объяснить, то есть нужно заранее предвидеть, куда опустится Hello Kitty и попадать все выстрелы. Если ты промажешь несколько, то это увеличит время убийства босса, поэтому... На Average моде у нее больше хп, значит, чем отличаются тоже моды Easy, там, по-моему, 50% здоровья у боссов и так далее. Hard, ой, Average, точнее, 75%, Hard 100%, Rage, по-моему, 150 или 200, что ли, 200%, по-моему. Короче, очень много хп. Ну и, собственно... Ничего себе, Neo Vintage, спасибо тебе. Спасибо тебе большое, что подарил подписку Одавингу. Бей Одавинга, ребят, мечами по голове, господи, что здесь делает этот дракон? Так вот, по поводу Hello Kitty еще тоже есть такой момент, то что, как вы видите,
здесь, ну, больше даже относится это к тому, что надо удобно кнопки для себя запиндить. Потому что тебе нужно и прыгать по платформам, а запрыгнуть на платформы — это достаточно непростое дело, потому что они трясутся, блин. И нужно обязательно попадать все выстрелы. Вот здесь тоже, опять же, с этим облачком, это сайт-босс. Нужно подпрыгнуть на максимальную высоту и выстрелить, хотя бы два раза попасть, потому что нам нужно за два цикла убить босса хотя бы. И вот этот выстрел тоже нужно попасть, потому что следующий цикл должен быть смертельным, фатальным для босса. Охота на ансабов открыта. Соответственно, сейчас он просто уничтожает, ребята, босса. Ну, это сайт-босс. Дальше. В игре есть один такой небольшой, скажем так, глич, когда ты биндишь кнопку либо вверх, либо вниз на ту же кнопку, что и стрельба. Вот этот момент, это просто, ребята, это просто трэш. Вот, честно, это очень тяжелый сегмент. И, ну, это просто нужно знать мышечную память. На мышечной памяти все вот это делать. Здесь опять же используется скип, когда ты сейв и релоуд делаешь, как в начале игры в туториале, для того, чтобы ждать, ну, ждать, пока дверь откроется, это дело не спидранерское. Вот. Поэтому ты можешь просто перепрыгнуть с помощью этой механики, которая с самого начала игры задумывается. Чисто без нее пройти нельзя, только в 11-м мире, в 10-м точнее, в 10-м мире, в песчаном мире, в мире Солгрина. Там нужно будет это целенаправленно прохождение уже использовать. А все остальные моменты, где эта техника используется, она используется исключительно только, потому что так можно. Дальше тоже второй сайт-босс. Это нужно повторить действия, которые тебе говорят, это прыгнуть влево, вверх, там, вправо и так далее, а потом стрелять. И здесь в идеале сделать за три цикла. Это очень тяжело сделать, потому что нужно, как вы видите, правильно мешать стрельбу. Значит, скажу честно, так как я тренирую эту игру сейчас, я хочу доделать челлендж, потому что мужик сказал, мужик сделал, вот, то здесь пипец как неудобно стрелять. Нужно прям мешать, управление нужно забиндить максимально удобно. То есть рука, палец, даже рука, ребята, на которую ты стреляешь, должна быть отдельно от той руки, в которой ты перемещаешься. То есть, допустим, я забиндил как удобно мне. Это стрелочками влево-вправо, прыжок на стрелочку вверх. Стрелять на W. Соответственно, управление здесь нужно перебиндивать. Кстати, ребята, сейчас паузу нажму. Есть у нас эксперты по Боше? Есть ли здесь какой-нибудь хоткей, который меняет управление забинденное, которое в настройках? То есть там есть раскладка 1, 2 и так далее. Потому что здесь на убийство вот этого сайт-босса нельзя биндить кнопки. Кнопки биндить нельзя отдельные, то есть стрельбу и кнопку вниз нельзя забиндить одновременно, потому что если ты нажмешь два инпута одновременно, Ctrl-Y, да, все правильно. Потому что если ты нажмешь два инпута одновременно, ты умрешь. То есть здесь используется следующая техника, ребят, потому что после этого сегмента ты хочешь использовать глич на дабл-шот. Что сейчас и происходит. Он нажал Ctrl-Y, перебиндил все кнопки, и теперь у него на кнопку стрельбы еще и работает кнопка вниз. Как вы видите, первый патрон летит, их всего три вылетает. На самом деле их не три вылетает, а первый выстрел, он двойной. Поэтому тут как бы ты, хоть и вылетает три пульки, а наносится урон как от пяти. Поэтому нужно понимать это. И на дальнейшей стадии игры практически везде будет использоваться вот этот дабл-шот, потому что он наносит больше дэмэджа, потому что первая атака, которую ты наносишь, она двойная. Да, это BBF, ребят. Я уже скидывал ссылку. Он вообще унижает эту игру, просто унижает. Был Витвикс, который был там королем. И, кстати, очень важный момент, то, что BBF играет в эту игру уже 4 года нон-стопом, спидранит только. Играет он в Боше 5 лет, ребят, 5 лет. Поэтому эта игра просто мертвая, забейте. Мне даже не стоит идти туда. Ну, именно за мировым рекордом бегать вообще бессмысленно. И, соответственно, это будет в дальнейшем использоваться. Это надо понимать, то, что здесь дабл-шот глич. Видите, он уже очень много урона нанес. Здесь очень важно держаться слева, потому что ты можешь больше дэмэджа пропушить. Ну и просто пушите урон. И сейчас босс упадет. Еще до того, как он начнет другой цикл. Вы понимаете, да, то, что драка с Рю была пипец. Вообще там куча всякой херни еще происходит.
тачки летят, лазеры летят, там всякие фигазеры и так далее. Потом башка на тебя лысая летит, которую ты убить должен, ну и так далее, так далее, так далее. Сейчас 5 лет играть в пиксели, ну не знаю, ребят, Bosch очень крутая игра, кстати. Не надо гнать. Но 5 лет в нее, конечно, играть такое себе. Ну и вообще здесь каждый, абсолютно каждый прыжок, каждое действие, это, ребят, отточенная просто механика. Человек реально робот. Ну, еще бы 5 лет играть в игру, как бы, чего вы хотели. Вот здесь все, опять же, на глобал кулдаунах. Ты специально берешь сейф, ресетаешь и бежишь по циклам. Сколько я тут закреплял, помните, в этом мире? Вот это тоже неприятная вещь. Но опять же, здесь все на циклах, здесь главное успеть. Хоба, и он пробегает. Вот эта часть просто отвратительная. Но здесь используется идеальная страточка. Опять же, просто мышечная память, ребят, мышечная память. Прыжок чуть-чуть вперед, прыжок чуть вперед, дальше он поверху здесь пропрыгивает все. О май гад. Здесь, если ты чуть-чуть замешкаешься, тебя убьет вот этот вот чувак, который скидывает на тебя панцири. Опять же, на этом уровне, если вы помните, то, что вы управляете еще одновременно и шариком красным, поэтому выглядит так, как будто какого хрена ты делаешь вообще, что за прыжки странные, но при этом ты, если убиваешь шарик, ты тоже умираешь. Если сам попадаешь на пики точеные, тоже умираешь. Если ты пересекаешься шариком в одном фрейме, тоже умираешь. То есть, ну, и начинается Марио, ребят. Значит, драку с Марио я хотел бы сделать сейчас со скоростью сначала 0.25, ребята, сначала со скоростью 0.25, а потом на нормальной скорости. Я тренил спидранерскую тактику на убийство Марио, ребята. Дай бог, закреплял, короче, часов 5. В общем, часов 5 я закреплял Марио. Так ни разу не смог именно по спидранерски вот так убить, потому что я, честно, хрен его знаю. Я хрен его знаю, но получилось примерно так, как на рейдж-моде. На рейдж-моде. Но при этом я убивал его не на рейдж-моде, а на эвериджа. Значит, ты хочешь вначале подпрыгнуть двойным, прогрузить ему больше дэмэджа. Так как у нас даблшот идешь, обязательно идешь влево, чтобы тебя не раздавило. Подходишь поближе вправо, теперь начинаешь прыгать. И вот эти прыжки, они самые просто пососные. Потому что ты должен держать Марио именно на экране, ребят. Чтобы, если ты будешь от него далеко находиться, он слишком сильно разгонится, убежит за экран, ты не сможешь его дамажить. И все, это был Марио, ребят. Это был Марио. Он умирает сразу за первый цикл. Но сделать вот эту стратку, это безумие, ребят. Это очень тяжело. Во-первых, нужно стрелять как... Ну, мешать кнопку стрельбы, как просто в последний путь. А во-вторых, ты должен вот эти прыжки делать, они чуть-чуть более, чем фреймперфектные, на мой взгляд, потому что, ну, это надо идеально исполнить, я не знаю. Просто надо тренить, мне кажется, часов 15, чтобы у тебя стабильно получалось. Это фигня, даже больше. А может, как раз 5 лет и надо тренить, чтобы у тебя стабильно получалось. Вот теперь на нормальной скорости. Тысяч, ни одного патрона не промазано. Опять же, ты не можешь просто так мешать, ребят, просто мешать кнопку, потому что тебе нужно сначала развернуться, выбрать правильную позицию, правильное направление стрельбы. Иначе ты промахнешься выстрелом, и у тебя не получится убить. Это ничего страшного, но ты потеряешь где-то секунд 15, потому что там начнутся сначала волны, потом в тебя плеваться начнут, потом Марио начнет вылазить и так далее. То есть ты теряешь время. Здесь мы просто стоим, ждем, пока выскакивает всякая дресня, и убиваем ее. Кровь с этой дресни тебя не убивает. Если бы как на Шансунге, конечно, было бы, вообще здесь какая-то дичь была бы. Так вот, BBF, ребят, побил время Витвикса на 90 секунд, при этом не используя ни одной новой стратегии. Вот. Ну и сейчас, как говорится, do the Mario еще один раз. Мать его, идти. Надо просто убить этого дядьку. Самое главное попасть в выстрел до того, как он, ну, на тебя доедет чисто большой. Потому что когда он слишком большой, ты не сможешь пробежать под ним. Ну и, собственно, GG, ребят. GG. Здесь используется скип, когда ты прыгаешь, перезагружаешь. Билет на субботу ушел победитель. Чекпоинт. Победитель номер 2 молчит. Ответь мне, бро. Спасибо, HHD. Значит, выглядит это следующим образом. Ты можешь... Из-за того, что там поломана механика, на прыжок тебя разворачивает, ты начинаешь лететь вверх. Если ты перезагрузишь в этот момент в определенный фрейм сейф-файл, то есть ты стрельнешь, прыгнешь и перезагрузишь, ну, загрузишься в сейф-файл и сделаешь релоуд, то тебя переместит под текстуры. И ты сможешь провалиться, сделать два прыжка,
Там достаточно такие близкие прыжки, потому что там есть шипы. В левый верхний угол главное попасть. Потом ты падаешь просто вниз постоянно и падаешь сразу на Годзиллу. Годзилла очень простой босс, ребят. Просто вгружаешь максимум дэмэджа в начале. Потом идет лазер смерти. Опять же, не нужно спамить постоянно, потому что нужно стрелять четко, когда ты приземляешься. Если ты будешь стрелять, когда ты находишься в прыжке, до того, как твой выстрел попал, то ты будешь медленнее наносить дэмэджа. И здесь тебя начинает засасывать. Когда тебя начинает засасывать, ты просто бустишь максимум урона. Тоже нужно очень долго привыкать, потому что вот платформа очень маленькая. Тебя при этом засасывает постоянно, ты должен бежать. Извер. Вот. Ты должен постоянно доджить эту тему и стрелять. И после того, как эта фаза заканчивается, ты просто прыгаешь в босса и прогружаешь финальный дэмэдж. Потому что ты можешь трейдануться с Годзиллой, так как после убийства Годзиллы, даже если ты сдох, тебя телепортнет на платформу. И есть тут еще тоже небольшое аудио-кью. Ты должен выключить звук в этот момент для того, чтобы скипнуть кат-сцену, где босс такой типа «Е-е-е, танцует там». И так далее. Ну, в общем, так вот. Потом включить звук обратно, когда тебя переместит в следующий мир. В мир Соника. Паралимпийские спидраны, чтобы я со своими 3 дня рекордов Боши мог бы ворваться. Блин, паралимпийских спидранов пока нету, но ты можешь быть первопроходцем. Я думаю, много желающих возникнет на желание сделать. Но опять же, я не буду тренить Боши до такого там момента. Я, может, 45 минут сделаю, может быть, 50 минут сделаю. Пофиг, я не особо чисто как бы это нацелен. Опять же, берем сейв-файл, перезагружаем циклы и бежим. Вот, здесь тоже все на циклах завязано. Вот это вообще для казуального прохождения, вот эта часть просто безумно тяжелая. И Соник. Жопа горела, ребят, Соника, я уверен, у всех. У Соника очень важно понимать то, что он как йо-йо, ребята, йо-йо. Вот на этой фазе, когда Соник летает, он как йо-йо. Как вы видите, спидранер прыгает, когда он подлетает к нему. Это делается для того, чтобы сделать вот такой вот цикл, когда он просто летает вот так вот, ребят. То есть он в определенный фрейм прыгает, и Соник ничего другого не делает, кроме как вот так постоянно летает. Как просто маятник, понимаете? Вот, и просто наваливает его. Ну, он вообще не восьмеркой, а именно в идеале спидранерская стратка для того, чтобы он летал именно вот так вот. Как маятник, короче. И это делается тем, что ты прыгаешь в определенный фрейм. Когда он летит к тебе, именно. Главное доджить бомбы. Для тех, кто подумал, то, что он прям зашел в бомбу, давайте посмотрим на эту драку в 0.25, ребят. Потому что мы уже проверяли легитимность. Никаких читов не подключено. Бомба действительно упала рядом, а не в него. Хотя со скоростью постоянной было видно то, что она как будто прям в него попала. Вот, и... Ну, вот это тоже стратка, ребят, очень долго будет трениться, так как, блин, Соник, ну, для того, чтобы вот так вот его постоянно вращать, это искусство, ребят. Многие думают, что искусство — это взрыв, но нет, ребят, искусство — это держать Соника вот так вот. Ну, опять же, вы не можете просто спамить кнопку стрельбы, вам нужно четко попадать по нему. Оба! Было очень близко, ребят, было. Легитимно, легитимно. Легитимность рано подтверждаю, ребят, подтверждаю. Ну, дергать за рычаг — это не искусство, брат. Все дергают за рычаг. Где же тут искусство-то? Короче, легитимность рано подтверждаю. Ой. Амай. Красавчик. Короче, BBF, ребят, обязательно там, ну, если вам нравятся такие вот, такого рода игры. Чё? Значит, здесь что происходит сейчас? Оттуда, ну, в Боше вообще очень много всякой возни выскакивает, неожиданные. Easy wear, ребят, easy wear. И, кстати, BBF бежит безумно бомбит, ребят. Я не знаю, вот, по-моему, его нервная система пошатнулась, когда он... когда он начал играть в Боши. Так вот, на мой взгляд, есть игры гораздо тяжелее, чем Боши, такие как I Wanna Kill the Camellia,
I Wanna Kill The Happil, там, 2 и так далее. Но Happil — это вообще дрочка, монотонная дрочка. То есть усложнено только тем, то, что нету сейвов, и тебе нужно возвращаться, ну, то есть дойти до какого-то момента, и потом нужно возвращаться обратно. И так практически всегда используется. А Камилия, она просто вообще, ну, тоже безумно тяжелая. Эта игра хоть и тяжелая, но она безумно веселая с точки зрения того, что тут мемасов дофигища всяких. Ну, они, конечно, старые, как я. Но так или иначе, ну, играть повеселее будет. Вот. И платформер, как бы, ну... А, да, я не рассказал еще, когда Годзилле шли... Почему именно используется тот скип? Вот здесь, кстати, тоже скип используется, когда мы с помощью сейв-файлов, очень тяжелый скип, ребят, пропускаем кучу платформера, и теперь нам мы еще скипаем левел с самолетом, когда нам нужно было выживать на самолете, ребят, на самолете летать. Так вот, дайте паузу нажму. Я не рассказал, почему используется тот скип до Годзиллы. На том уровне слишком... большой платформер, то есть он очень длинный. И еще там есть туннель, по-моему, гравитон он называется. И в этом гравитоне нужно выжить в течение 59 секунд, ну, минут, короче. Кто помнит, как я закреплял этот туннель, плюс в чат. Так вот, зачем его проходить, если можно просто это все пропустить? Платформер халява, да. Вот, закреплятор, ребят, закреплятор. Короче, лучше не испытывать судьбу, быстрее просто пропустить эту всю фигню с помощью бага. Вот, так что я его не делал, но мужика проходил. Поэтому с санными тряпками можно меня не закидывать. Да, промокод KarmicFat на пиццу, ребят. Теперь я жирнич не один, не один единственный жирнич в чате. Поехали. Вот, сейчас будет следующий босс, который это исключительно просто... Сначала ты доджишь молнию. Раз, два, с помощью лифта. Потом навалишь ему в кабинет. Здесь, кстати, ты даблшот отключаешь, ребята. Потому что даблшот здесь идет в минус. Но все равно у нас очень много дэмэджа. И вот эта фаза, когда факелы вылетают, она рандомная. Потому что факелы, которые спавнятся, они спавнятся рандомно. И частенько бывает такое, то, что факел спавнится прям под тобой. В этом случае доджить направо — это чаще всего самоубийство, но налево тоже иногда не всегда получается задоджить. Короче, такое. Такое, ребята. Вот, и... Как видите, не было фазы, где тебе нужно было на маленькую-маленькую платформу перемещаться. Внизу, когда он в тебя разваливает просто ультимейт свой безумный. Ну, короче, изи VR, ребят, забирайте в Bosch, вообще изи, изи VR, ребят, изи. Уже он потерял где-то секунд 15 секунд где-то. Угу, да, да. Человек играл в Bosch 5 лет, потерял 15 секунд уже на шестом мире. Ну, что за дела? Опять же, используют цикл Global. 50 лет играет больше. Я думаю, за 50 лет, кстати. Да, 5 лет. BBF играет 5 лет, ребята. В общем, всем рекомендую поиграть в Bosch. Всем рекомендую. Че я еще не рассказал, ребят? Да много, наверное, чего не рассказал, но тут все и не расскажешь, потому что чаще всего платформер этот, это, ну, просто, ребят, мышечная память. Опять же, на изи, кстати, не знаю, ничего такого не могу сказать, но если вы будете играть на изи, то на изи гораздо проще играть, поэтому если вас не смущает то, что вы можете сдохнуть много раз. Например, я видел, как чувак проходит босс, и у него на изи, ребят, в мире Марио было 6000 смертей, ребят, 6000 смертей. Я со своими 2900 даже рядом не стоял, так что... Ну и опять же у нас паукан, скример, паукан. Паукан, стример, ребята. Вот этот прыжок на уровне Metal Gear, он, блин, он очень жесткий. Здесь целенаправленно бралась смерть, когда ты стрельнул в сейф, потому что это быстрее,
чем ждать, пока он отвернется. Интересно, не заметили пацаны его. Сразу на цикле идет, на глобале убегает. Вау, Феникс, напиши в саппорт им. Ну, я хорошо, я передам тему. Напиши в Дискорд, что там у тебя, напомни. Вообще неприятная история. Пипец. Года 3 назад, вот он горел. Да тут все горели, ребят. Изи платформер. Какой, по-твоему, самый интересный спидран с точки зрения механик? В плане механик. Механик в плане технических или багов? Я немного не совсем понимаю вопрос. Ну и, короче, на Мегамене, ребят, Мегамен это та еще фиговина. На Мегамене самое главное убить. Кстати, Бомбермен должен был быть боссом вместо Геннена. Но... Вот именно, который Мегамен с бомбами. Он должен был быть вместо Геннена. Но Сол Грин решил переделать его. Значит, почему, кстати, за Даркбоши делается спидран? Да, я еще забыл сказать самое важное, ребят. Самое важное забыл сказать. Почему спидран делается за Даркбоши? Потому что хитбокс патронов, выстрелов у Даркбоши, он больше. С хитбоксом Даркбоши сравнится только еще Hello Kitty. Вот эта, которая кошечка такая летает. Значит, именно поэтому. Во многих случаях, в том числе на Мегамене, позволяет убить Мегамена до того, как он опустится вниз и начнется возня суперглобальная. Но опять же, это на Эвередже можно за один цикл ушатать босса по демеджу, но мы с вами посмотрим еще на рейдж-моде спидран от этого человека. На рейдж-моде, во-первых, нету сейв-файлов практически нигде. Тебе весь мир нужно пройти одним куском до босса, и перед боссом только будет сейв-файл. Понимаете? И потом мы посмотрим с вами TAS. TAS это Tool Assisted Speedrun, где бот играет. Ну, точнее, играет это человек, запрограммировал бота. Но бот не совершает ошибок. И самый быстрый, конечно же, спидран будет за Соника. Потому что Соник это второй персонаж, который разблокируется только после того, как ты пройдешь игру на Rage моде. Вот. И Соник просто бегает быстрее. Уже был ТАС. Ничего страшного. Я не объяснял там в ТАСе практически ничего. В ТАСе мы просто сейчас сравним обычный ран человеческий и тасерский. Потому что ТАС, ну, большинство вообще платформера там пропускает из-за того, что он Соник. Плюс там есть много фреймперфектных вещей, которые, как мы помните, проходили, когда мир... Завтра будут резиденты. Сегодня ничего, кроме Боша, не будет. Только Вов Арена, может быть, будет вечерком еще. Завтра резиденты будут. Завтра в резиденты поиграем, пацаны. Поиграем, капа. Бесконтактно. А ТАС на какой сложности? На Average, да, скорее всего, будет. Ну, можно разные посмотреть. Я думаю, можно ТАС посмотреть на эксперте. Если он есть, конечно. Ой, вот эта комната, конечно, пипец, ребят. На этой комнате, кстати, заливаются очень много ранов. Вот эти вот прыжки, они просто пипец. Очень много ранов заливается именно на этой комнате в рейдж-моде. Потому что вот этот платформер 8 уровня, он один из самых тяжелых. Вот эти последние миры, 8, 9 и 10, они просто бешеные. Меняет сейчас кейбиннинги. Как вы видите, он не использует дабл-шот глич. Так стреляет. Значит, что с Шансунгом? Что со Шансунгом не так, ребята? Шансунг, он тот еще пес. Самая тяжелая вещь для спидрана, это вот именно вот этот кровавый левел, потому что он реально очень опасен. Все остальное, тупо дело практики, доджится ужасно. Вот, и очень часто, ребят, очень часто... Вообще спидраны Боша, это гриндилка та еще. Очень часто здесь бывает куча резетов, потому что заливает, ребята.
Every day when you're walking down the street, everybody that you're gonna meet has an original point of view, except you. Спасибо, Uncle Scooby-Doo. Спасибо тебе за Twitch Prime. Значит, здесь, ребята, платформа. Последний прыжок тоже непростой, как кажется. Значит, вам нужно всех вот этих гусей завалить, гидр-разведчиков. Вот, и как вы видите, справа внизу чувак бегает, переключает кнопки монетки. То есть это не рандомная вещь, это ты смотришь, как что переключается. Монетки можно собрать для того, чтобы они исчезли. По переключателю тут все делается. И вот здесь, ребят, вот эта часть, где тебе нужно убить огонек. Дарк Боши не самый лучший персонаж, который может убить огоньки, потому что хитбокс у пули больше. Самый крутой чувак, который убивает быстрее всего огни, это Рю. Но переключать персонажа дольше, чем убить Дарк Боши, потому что Дарк Боши тоже можно нормально зафигачить. Но Рю... Я попробую вам потом показать, как за Рю здесь валится, но... Короче, не знаю. Но Рю самый крутой чувак, который убивает вот этот вот костер моментально. Значит, что тебе нужно? Ну, во-первых, его еще нужно разблокировать, этого Рю, потому что он в секретке валяется. Значит, сначала мы ждем, пока появится костер. Кострище появляется. Ты подходишь в упор и из прыжка просто разваливаешь. Все. Вот здесь очень легко умереть, потому что маленькие огоньки, они очень жесткие. Так вот, у Рю даже такого момента не возникнет, что вот эти огоньки просто... Да, вот, собственно, минус пукан, ребята. Такого за Рю не происходит. Дальше начинается неприятный платформер, где тебе нужно вот эти вот блоки зафигачить наверх. Изи вэр, ребят, изи. Забирайся, изейший. Просто минус 4 секунды, ребят. Даже больше, наверное, 5, может быть, 6. И минус жопа еще заодно. Так. Че я там говорил? Да и не важно, собственно, ребят. В общем, вам нужно под правильным углом сделать все как на видосе сделать. И разблокировать вот этот вот уровень. Дальше, здесь появляется еще одна механика вот с этими отпрыгивающими фиговинами. Когда ты от них отпрыгиваешь, ты, во-первых, зацепляешься за стену, а во-вторых, в следующем мире ты будешь получать еще и ускорение при этом. О, здесь, ребята, здесь самый классный консистент босс. У этого босса есть волшебная кнопка. Soul Green, я не знаю, почему он ее добавил, но эта механика... Когда ты нажимаешь кнопку 1, это форсит босса делать определенную атаку. И если ты будешь постоянно нажимать эту кнопку, он просто постоянно будет пытаться сделать эту атаку. И ты просто ждешь, когда он тпшнется к тебе поближе. Желательно внизу, где ты можешь стрелять. Просто разъебываешь его. Тяжелейший, ребят. То есть ты жмешь сейчас здесь две кнопки. Во-первых, стрельбу, а во-вторых, кнопку 1. Потому что эта кнопка форсит его делать конкретную атаку. Вот. Такие вот пироги. А, еще, кстати, техника есть одна, когда ты нажимаешь кнопку влево и вправо одновременно. Там практически, ну, в определенных фреймах, чуть-чуть позже, то ты можешь медленно идти, отступать в сторону, влево или вправо, и при этом смотреть в другую сторону, как вот он иногда делает. Блин, это пипец, как тяжело делать, я пока не научился в разные стороны делать тоже, но, блин, буду закреплять, ребят, что делать? Что делать? Буду закреплять. Опять же, вот сейчас он убивает всех вот этих негодяев, потому что так положено. Лучше не рисковать. ТАСС, ну, мы посмотрим, как здесь ТАСС проходит, ребят. Вот, начинается неприятный платформер. Вот этот прыжок просто пипец, ребята, бешеный. Вот этот прыжок, который с платформы на платформу, он просто бешеный. Да здесь вообще куча всяких фреймперфектных прыжков, от которых у меня лично жопа реально горит безумно. Да, сюрикены полетели, ребят, сюрикены. Пики точеные, сюрикены. В этой игре много мемов до того, как это стало мейнстримом еще. Мейнкуном.
И здесь вместо того, чтобы ждать, пока он побежит, там дожить еще слева что-то, мы просто берем, перепрыгиваем, ребята, эту фигню заранее. Тоже небольшой скип. Получаем ускорение, разгоняемся и пошуршали. Пошуршали. Мем-стрим. Да. В общем, та еще хероборина. Вот это тоже левел, блин. Извините, ребят, но вот эта часть, последние миры особенно, он очень тяжелый. Здесь так легко сдохнуть. Да вообще в боссе легко сдохнуть. Выдыхаем, выдыхаем, брат. Блин, вы представьте, представьте спидраны по боссу. Почему не тпшит к боссу? Давайте посмотрим. Рекавер. Значит, по поводу Missing No, ребята. Рекавер — это лучшая атака, которую ты хочешь получить. По сути, он хилится в это время, но хилится он хуже, чем ты его продамаживаешь. Врэп тоже нормальный рандом. Сплэш. Сплэш тоже не лучшая фигня. И лучшие атаки — это рекавери и Hyper Beam. Ребят, вот две атаки, которые ты хочешь получить. Вообще, у него очень хорошая драка получилась, Missing, но не знаю. Значит, здесь следующий глич, ребят, используется в игре, где ты можешь телепортироваться вот так вот. Значит, это работает только за двух персонажей. За Dark Bosch и за кошечку такую с радугой, я не помню, как ее зовут. Потому что хитбокс пули у них больше. То есть ты зажимаешь кнопку стрельбы и прыжка одновременно. И начинаешь просто перезагружать игру. Обязательно нужно сейв сделать, вот здесь сейв стейт, в прыжке. И можешь просто залететь наверх. Нянкет, да, нянкет, ребят, нянкет. Как ебанет, так в Новиграде будет огни видать. Здорово, Везик. Спасибо тебе за 5 лет. 5 лет, ё-мазай, ничего себе. Бомбалейла, ребят. Вот представьте теперь человека, который ранит эту игру 5 лет. Ну, 4 года, точнее, спидранец. И получил лучший ран в своей жизни, ребят. И начинает заливать. Как ебанет, так в Новиграде будет огни видать. СВЧ, привет от СВЧ. Здорово. Короче, ГГ, ребят. Он потерял секунд 15 где-то, ребят, сейчас. Вот представьте, это сродни по Mega Man X, ребята, спидран. Вот здесь это единственный, ребята, единственный уровень, вот это вот единственный уровень, вот это вот единственное место, где реально без стрельбы и релоуда, стрельбы и релоуда не пройти. Все остальное было, что использовалось раннером, вот подобная техника, это было исключительно направлено для того, чтобы сделать те или иные скипы. И дальше он просто тоже точно так же делает скип, наверх залетает. Наверх башни. И все. Попадает в касл к Сол Грину. К Ластецкому. Сделал лучший ран своей жизни. Умер от истощения. Ну так вот, в Mega Man X тоже, если кто помнит, была подобная история, где человек был впереди на 14 секунд своего лучшего. И он заруинил, ребят. 15 секунд потерял. Охренеть. На платформер. Изи платформер, ребят. Жесть. Изи вэйр, ребят, изи. Ну и падаем к Сол Грину. Значит, с Сол Грином вся история сводится к тому, что вам нужно, опять же, с даблшотами прохерачить ему первую фазу максимально быстро. Максимально быстро. Дальше. Очень важно во время второй фазы забить ему полностью все здоровье, ребят. Во второй фазе, после того, как вы провалите ему здоровье за один цикл, это не всегда получается, ребят. Просто разваливайте ему все хп. И вот здесь очень тяжелая часть. Нужно один цикл сделать, потому что вот этот щит, вам надо сбить его вот этими вот шляпами Кунг Лао. И он, кстати, очень хорошо продамаживает, ничего себе. Да ладно. Он обосрался на стриме без смс и регистрации. Вот это очень редко происходит часть, то, что ты можешь сделать one cycle
Насколько мне известно, у BBF это было второй раз в жизни. Он обосрался. Значит, это фигня One Cycle на третьей фазе, где ты должен сбить щит. Экономит 20 секунд, ребят, 20 секунд. Значит, и сейчас на Солгрине вылазят все боссы по Аразику. Еще раз напоминают о себе. Вот, ты должен это все задоджить, конечно же. Доджишь как царь. Как царь доджишь. Вылазит Соник, опять же, прыгаем. Да, дамы и господа, да. Ну, эта игра мертвая, ребят. Хоть это и Easy VR, да? Не идеальный, он просрал где-то в общей сложности. Давайте посчитаем. Секунд 30 за ран. Но я не думаю, что кто-нибудь побьет когда-нибудь это время, кроме BBF. Ну шо, поздравляем BBF, нихера себе. Омагад. Давайте зазырим сейчас. Сейчас, ребята, будет еще одна тема. Это на сложности Rage, ребята. Rage. Значит, чем отличается сложность Rage от сложности Average? Тем, что у боссов гораздо больше хп, отсутствие сейв-файлов вообще. Ну, сейвов вообще, сейвов нету. Но весь платформер нужно пройти одним куском. Поехали. Закрепляем, ребят. То есть теперь не получится стратки, которые работают на эвердже. Драки с боссами будут идти гораздо дольше. Не получится их завалить до того, как они тебе оприходуют. Значит, еще раз, опять же, здесь ты целенаправленно убиваешься для того, чтобы тебя после смерти телепортнуло на следующий экран, телепортирует тебя вперед. Что это было? Вы ничего не слышали. И здесь, опять же, не получится обузить механики, такие как с релоудом циклов, потому что все на глобал кулдауне. И у тебя нету сейв-файлов, ты не можешь релоудить. Подбираем сейчас, ребята, целенаправленно подбираем Awesome Sauce. Awesome Sauce нужен для того, чтобы вы смогли захватить покемона Гастли во втором мире. Значит, покемон Гастли нужен вам для того, чтобы он делал дополнительную атаку. Так как у вас Rage мод, боссы жирные, Гастли иногда очень даже неплохо помогает с шестым выстрелом. То есть это Гастли идет как покемон, но он идет как шестой выстрел. Как видите, сейвов вообще ни хера нигде нету. Если вы сдохли, платформер нужно делать сначала, весь целиком. Это что за покемон? Я не помню, кстати, мимас про Гастли, но с покемонами был какой-то мимас именно про Гастли. Поэтому его сюда и добавили. Дополнительный шот, да, ребят, дополнительный шот. Короче, опять же, все прыгаем и так далее. Да, это BBF, ребят, это BBF. Жесткий дядька. А я когда в Bosch играю, он частенько на стриме, кстати, залетает. Я у него спросил, кстати, у BBF: BBF, как ты стреляешь так быстро? Как ты мешаешь, ну, кнопку стрельбы так быстро, потому что у меня не получается. Он говорит: ну, я просто жму кнопку. Сука. Еще и издевается надо мной. Негодяй. Нет, нужно почистить кэш просто. Зачем винду переустанавливать? Можно переустановить винам. Но сейчас посмотрим на Hello Kitty, ребят, как идет драка с Hello Kitty. Вот опять же, нужно четко заранее стрелять. Падаем здесь вниз, потому что вот это та фаза, где ты можешь больше всего дэмэджа продамажить. Чем ближе ты стоишь, тем больше дэмэджа ты наносишь. Но опять же, так как у нас есть луч смерти, то расстояние придется убрать. В общем, вот это та вещь, которую придется долго закреплять, потому что на эвердже я очень долго закреплял этого босса. Ну, я больше, кстати, привыкал к управлению. Потому что управление — это то единственное, к чему вам реально придется привыкнуть. Вот, и опять же, вот эту всю дресню проще доджить снизу. Жесть, конечно. Бешеный, ребят, бешеный. BBF бешеный. Ни одного выстрела не промазал. Вы что, серьезно? И главное здесь не сдохнуть, потому что Hello Kitty — это тот босс, с которым ты не хочешь трейдиться, потому что если ты трейданешься, тебе придется заново делать, потому что тебе реально нужно выйти здесь по этому мосту из комнаты с боссом. Промазал, ну. Давай не будем придираться. Вот, опять же, нету ни одного сейв-файла, ребят, во втором мире. А платформер второго мира, он один из самых длинных. Наверное... Если бы не этот глич с телепортажкой, то, скорее всего, это был бы самый длинный платформер. Потому что
В мире с Годзиллой платформер тоже очень тяжелый. И большой. Один сюка. Гравитон только что стоит. Гравитонельный. Когда твой ран в ДС? Мой ран в ДС будет 8 числа в 15.00, ребята. В 15.00. Вот, и, кстати, у этого парня тоже можно сделать двойной цикл, вот этого парня. Кстати, очень хорошо он ему профигачил дэмэдж. Как видите, у него больше половины хп осталось, поэтому тебе нужно еще здесь выстрелы попасть. Ну, хорошо, кстати, продамажил его сейчас. Два выстрела попал. Ждешь тоже сейчас еще выстрелы. Будут. В воздухе можно прыгнуть всего два раза. Если ты подобрал специальный айтем, который стрелочки такие, то ты можешь прыгнуть еще один раз за каждую хрень, которую ты подобрал. ГГ. Да, мы договорились с Кореянкой, то что 8 числа в 15.00 по московскому времени. У нее будет, получается, 11 часов вечера. Блин, вот это пипец, конечно. Вот эта часть у меня жопа сгорела с нее безумно. Вот этот парень, кстати, очень рандомный. Он иногда подпрыгивает вот здесь вот так вот заранее. Пришлось развернуться. И опять же, здесь нету сейф-файла, поэтому нужно ждать ворота, пока расхерачится. А на эвередже ты здесь с помощью сейф-файлов перепрыгиваешь через шипы. Плюс, ребята, плюс. Здесь пичи мод, потому что этого парня можно перепрыгнуть, но там реально очень скользкая ситуация с прыжком. И прыжок фреймперфектный. Поэтому он не рискует здесь и не пробегает сразу под пауком, потому что там тоже можно сразу пробежать. И не перепрыгивает чувачеллу. Ой, Гасли в третьем мире, извините, ребята, я сказал во втором, да, Гасли в третьем. Вот это тоже мне задница сгорела здесь с этих прыжков, вообще идиотские. Ну, тупо мышечная память, ребят. Потому что, когда ты прошел 5000 раз уже это место, то ты наверняка, конечно, с простотой... Чего? Даже сейф-файл не брал. Безумие, ребят, безумие. Вы знаете, что такое безумие? Это спидраны по Боше, вот я вам честно скажу. Он промахнулся, кстати, сейчас выстрелами. По-моему, не получится у него тройной цикл. Не должен получиться сейчас. Потому что он первые, по-моему, даже два выстрела промазал. Да пройти боже-то это, блин, такое. Дело наживное, ребят, да. Тройной цикл не получился, поэтому придется делать четвертый. Рип, изи вэйр, ребят, изи. Все, забирайте. Забирайте. Халя. Да, все должно работать. Не знаю, о чем вы. Кстати, Шаман Z, спасибо тебе за 10 двадцаток, брат, я что-то не обратил внимания. А, Грей Вульф тоже спасибо за двадцатку. Возможно, они сломались, кстати. Вдруг неожиданно. Я ничего не ломал. Но опять же, здесь с Рю, ребят, из-за того, что у него очень много хп, не получится такая стратка, как на Average моде, где ты убиваешь его до того, как начинается возня с лазерами. Вот, и посмотрите вот эту супер-мега стратку сейчас с лазерами, где ты стоишь в упор просто к Рю и по таймингу прыгаешь, и при этом постоянно стреляешь. Ребята, это безумно тяжело, это нужно очень долго тренить. Посмотрите, сейчас начнется хренотень. Посмотрите на эту стратку. Сколько интересно он закреплял, ребята, сколько он закреплял эту стратку для того, чтобы она у него работала. Просто прыгать и стрелять одновременно, я привыкал к этому, реально закреплял часов, наверное, в 8, чтобы хотя бы хоть как-то получалось. Вот. И сейчас мы как раз-таки захватываем Гастли, ребят. Значит, когда вы подбираете Awesome Sauce и подходите к Гастли, здесь в драках с Гастли, он охреневает от того, как вы круты. Вот. От вашей охренительности он охреневает, и сразу у него становится 1 HP и говорит то, что Wild Gastly is catchable. Вы в него стреляете, и это что за покемон? У вас теперь есть Gastly. И он работает как шестая атака, ребят. И это нужно для того, чтобы проносить чуть-чуть больше дэмэджа по боссу. Это нетрудно, закреплял недолго. Ну, да-да-да. Особенно если даже вот этот прыжок, где доджится трое вот этих чуваков, которые идут, он тоже безумно тяжелый. Фреймперфектный. Опять же, здесь нету сейф-файлов, поэтому глобал циклы не получится обузить. Приходится херарить вот так.
100% мы смотреть не будем, там все секретки ничем не отличаются от того, то, что здесь. И он решил не рисковать, потому что он мог пробежать реально там быстро. Он все это закреплял 5 лет. Вот это вот безумие, ребят, безумие. Я вот на этой комнате дох реально тоже часик где-то, чтобы ее пройти. Потом, когда я прошел вот эту вот комнату, вот здесь, меня убил чувак, я не смог здесь взять сейф файл. Жесть. Пришлось заново проходить. Понятно. Ну и опять же, вот эта часть, она везде одинакова, что на супервысокой сложности, что не на супервысокой сложности. Единственное, что только нету сейв-файла, вот там вот справа, который сейва. Но сейв здесь и не нужен, потому что одним куском пройти гораздо проще, чем брать сейв. GG. Ну и начинается Марио. Марио, ребята... О, он промазал один патрон. Вот это да. Марио ничем, по сути, не отличается от того... как раз подтверждение той теории, которую я вам сказал, точнее, не теория, а реально того, то, что так и есть. Вот этот прыжок через босса, когда он бежит очень, очень близко к тебе. Безумно тяжелый, ребят. Я реально часов 5 закреплял, в итоге так ни разу и не сделал. Мне нужно больше пространства между Марио и мной, для того, чтобы хоть как-то через него перепрыгивать вот так вот. Да, ребят, забирайте, забирайте. Easy wear. 2 раза сдох на Марио. И опять же, здесь из-за того, что у босса реально огромное количество хп, не выраж мод, ты не можешь уничтожить его сразу. Ты должен ждать следующего цикла. То есть сейчас начнется как раз следующая фаза, где можно продамажить Марио. Он вылетает, дожим огоньки. Обузим его слева, идем направо. Делаем еще выстрелы. Очень хорошо, кстати, пронес его сейчас. Вот, заранее стреляем в него, выпрыгиваем, еще 3 выстрела, доджим вот эти выстрелы, они очень простые, кстати. И добиваем босса. Подходим обязательно к нему вблизи, потому что чем ближе ты к боссу, тем быстрее ты можешь по нему стрелять снова. А, так как в босса механика есть то, что, ну, я уже об этом говорил. Когда ты попадаешь патрон, ты можешь стрелять снова. Если ты не попал патрон, чем дальше ты стоишь от босса, тем меньше дэмэджа ты наносишь. Чем ближе, тем ты можешь просто нон-стопом спамить. Отключил сейчас, кстати, у нас... Double shoot glitch. Ребят, отключил, переключил управление. Для того, чтобы развалить кабинеты вылезающим отсюда руинам. Если бы, кстати, нельзя было бы убить, я... Эта часть сегмента была бы безумно тяжелая. Чтобы задоджить всю эту хренотень. Да, сейвы только в начале мира и в конце, когда ты до босса доходишь. Все, вот это, ну и плюс боссов, у боссов хп огромное количество. Это вся разница. Здесь, кстати, по Марио начинают стрелять по аудиодорожке. Специально. Плюс 31,7. Опять же, так как здесь нету сейв-файла, ребята, ну нету сейв-зоны, то платформер на этом мире придется проходить. Вот. И вот у нас спидранерская страточка тоже, когда он не возвращается назад, а сразу бежит вперед. Марио под музыку бьют, да, ребят, под музыку. Все верно. И это будет сейчас турбо-тоннель, ребята. Турбо-гравитон. Гравитон сейчас будет, гравитационный тоннель. Та еще дичь, конечно, ребята, та еще дичь. Вот здесь я закреплял очень долго. Очень долго закреплял. Гравитационный тоннель этот. Вот это тоже прыжок вообще идиотский, ребят. И, кстати, я был неправ кое-где, потому что сейчас я вам расскажу момент. Есть спидранерская стратка вот на одном из моментов. Здесь обязательно нужно подпрыгнуть, чтобы момент себя сжать. Вот это тоже, вот, ребят, сегмент. Просто пипец вот этот прыжок бешеный. Короче, вот этот левел на Rage моде, это безумие, ребят, безумие. Да любой левел, потому что платформер здесь реально тяжелый. Вот здесь, ребят, вот здесь. Смотрите, спидранерская стратка. Значит, тебе нужно перепрыгнуть все, кроме вот этого последнего момента, и ты можешь залететь сразу туда. Вообще, по идее, тебе тут надо в казуальном режиме делать 3 прыжка. И вот этот мега прыжок, ребята.
когда ты летишь, должен дожить здесь все. Вот это тоже безумно тяжело, ребят. Сколько ты осваивал бесконтактные спидраны? 3 года, брат, 3 года. Соответственно, опять же, так как сейв-файлов нету, если ты здесь сдох, ты должен делать весь платформер, весь уровень сначала. Слушайте, паттерн у него безумно сейчас неприятно идет. Ой, 3 подряд. Идите в зад. Я ненавижу, когда идут четверные прям подряд, ребят. Как ебанет, так в Новиграде будет огни видать. Ну вот ты радуешь меня своим жирничем уже второй месяц, то есть год каппа. Второй год, спасибо. Спасибо, Бакарди. Спасибо за лица. Своим жирничем, говорит, радуешь меня. Ничего, скоро сам станешь. Да сколько можно-то? Вот эти четверные меня реально бесят, ребят. Здесь очень важно понимать то, что большинство вещей тебе нужно пройти заранее, потому что если ты загонишь себя в ситуацию, где ты будешь ждать... Да не, это жесть. Слушайте, он BBF жесткий, BBF жесткий. Он закреплял этот уровень гораздо... Просто превосходно, ребят. Я бы здесь точно сдох уже, потому что он получил безумно дерьмовый рандом. Так вот, тебе нужно... пройти четверные как можно быстрее, потому что если с двух сторон поедут четверные, и ты будешь ждать удобного момента, у тебя получится такая ситуация, то что ты окажешься между двух огней, и тебя точно заруинит. Знаешь, с Годзиллой тоже все не так просто становится, потому что у нее больше хп, а тебе придется дожить все ее фазы. Она очень неприятная. Ну, кстати, из боссов, наверное, самый простой босс — это Годзилла. Дайте я вот подумаю. Да, реально, Годзилла самый простой босс, ребят. Очень неприятно и долго привыкать нужно вот к этому моменту, когда ты... Если вы посмотрите, ребят, то он использует стратку со слоу ходом назад. То есть он медленно идет назад и стреляет в Годзиллу. Это пипец, как тяжело технически сделать. И его все равно продолжает засасывать. Все равно его продолжает засасывать. Но при этом он делает потом в конце прыжок. Вот это прям... Я очень долго здесь закреплял на этом вот, блин, маленьком пятачке драться с этим боссом. И отходить, когда тебя затягивает, это прям очень неприятно. Еще при этом стрелять в него. Ну и как видите, здесь реально Гастли наносит очень много дэмэджа, потому что снаряд, который летит от Гастли, он наносит больше урона, чем твоя пулька. Когда ты поймал покемона. Он, конечно, в целом за весь ран на рейдж моде реально окупается. Хоть ты 2 секретки берешь, ну, берешь с Awesome Sauce, тратишь не так много времени на то, чтобы подобрать этот Awesome Sauce. Так что оно того стоит, ребят. Здорово, Дима Блэк. За 5 лет закрепления я бы превратился в Dark Bosha с белым билетом. Ну, не знаю. Некоторым людям нравятся такого рода игры. Именно... Потому что, особенно Bosha. Я считаю, что Bosha из такого рода игр самый крутой и веселый. Тяжелый, конечно, но вообще не скучный, по крайней мере. Поэтому Soul Green красавчик. Таро Турчан. Не, Саник вот на этом месте будет сейчас. О! Минус 3 минуты 41 секунда, серьезно, ничего себе. Ничего себе, ребят. Вот это поворот. Я думаю, что он там закреплял, ребята. Закреплял на платформере. Опять же, здесь, ребята, здесь нету сейвов. Не получится обузить глобал кулдауны. Вот, и теперь Саник, ребят, Саник. Сэкономил 3 минуты. 4 минуты. Обалдеть. Минус 4, ребят. Вот это поворот. Ну и, собственно, опять же, так все точно так же, прыгаем, делаем небольшой цикл по Санику. Почему-то он сейчас 8-кой полетел, где-то он заруинил. Видимо, специально из-за того, ну, очень долго бомбу доджил. Прыжок не получился. Это смерть. Я уже могу точно сказать, когда смерть будет. Изи-вэр, ребят, изи-вэр. Dude, I can't trigger phase 2 at the normal time. I don't know what's going on. Ребят, вы знаете, что такое безумие? И это... Спидранить эту игру на рейдж моде. В жопу.
Вот это я точно делать не буду, ребят. Это жесть. Зачем я согласился вообще спидранить на обычном моде, на Average? Ну, коль, как говорится, назвался груздем, полезай. Ну, это как раз та фаза, где можно продамажить очень сильно Соника. Блин, он очень хорошо его продамажил все равно. Бешеный. ГГ. Блин, красавчик! Зачем он постоянно стреляет? Что же, зачем он постоянно стреляет? Чтобы убить босса, брат. Зачем он постоянно стреляет? Он не постоянно, кстати, стреляет. Во. И в отличие от Average мода, здесь он реально перепрыгнул хорошенечко. Хорошечно. Стрелять тебе нужно для того, чтобы убить босса, брат. Иногда он стреляет просто так. Ну, блин, это мышечная память, на мой взгляд. Ребята, для того, чтобы постоянно стрелять, и у тебя палец, который и вообще рука, которая отвечает за кнопку стрельбы отдельно, жила сама по себе, и при этом ты мог контролировать ситуацию и прыгать, то есть это как уже тик, мне кажется, развивается. Потому что я к этому привыкал очень долго, чтобы можно было хотя бы стрелять. И то я не могу мешать так, как мешает BBF, потому что BBF мешает на кнопку стрельбы, то есть жмет прям вот так вот, как безумный просто. Я не могу так жать кнопку. Я у него даже спрашивал, как ты так быстро нажимаешь кнопку стрельбы? Он говорит, я просто жму кнопку. Все, что он не смог сказать, понимаете? 5 лет, ребят, 5 лет. Как ебанет, так в Новиграде будет огни видать. Коэльный Фрей. Больше спидранов, богу спидранов. Спасибо. Коэльный Фрей, Коэльный Фрей. Я переделываю твой никнейм. Вот так вот. И опять же, здесь нету сейв-файлов, поэтому нам придется делать левел с самолетом. Знаешь, что на левеле с самолетом происходит? Вам нужно просто собирать пауэрапы и долететь до конца. Пауэрапы вам облегчают жизнь, потому что каждый раз, когда вы дойдете до кнопки Options, у вас появится сфера, которая стреляет параллельно вместе с вами. Главное не всрать пауэрапы и пособирать их хорошечно. Хорошечно пособирать. Вот у нас двойные сейчас пошли. Ракеточи. Не знаю, братцы, я не использую кнопку «Показать рекламу». Видимо, ты обновил страницу. Ну, ты всегда можешь оформить сабскрэмбу, и тебе не будет показывать рекламу, брат. Ха-ха-ха, селлаут. Селлаут. Селлаут, бойс. В общем, та еще дичь, конечно. Безумная, безумная дичь, ребят. О, нифига, у него уже 2 арба. Очень быстро, кстати, арбы собрал. Тут и для саба реклама? Чё ты гонишь? Не может такого быть. Не может такого... Что ты мне рассказываешь? No glitch. Ну, как no glitch? Нет, уже даблшот используется. Нет, это не glitch list, ребят. Это с багами игруха, просто здесь не используются баги, которые основаны на сейв-файлах, ну, на сейвах, сейв-зонах. Да и Зейши там, видишь, на Марио он 31 секунду всрал. Брат, и Зейши забирай, ты чё? Ты чё? Вообще, и Зейши. О, нифига, его Тимарх останул во время рана? Да ладно. Уже забрал, красавчик. Но опять же, здесь мы увидим все фазы у босса, потому что убить его очень быстро не получится. Опять же, включаем здесь даблшот, потому что даблшот здесь из-за того, что ты стреляешь издалека, поэтому боссу играет тебе только не на руку, а в... Ну, кстати, очень хороший рандом с факелами, вообще из-под него ни один не вылетел. Но мы увидим второй раз, когда будут еще факелы, поэтому пофигу. Вылетает дядька. Вот на этом боссе, кстати, реально нам нужно под музыку, ребят, доджить, потому что все его атаки, как правило, сопровождаются мимасными. Появляется платформа слева внизу. Только на ней можно задоджить вот это вот
блевоту костлявую. Не знаю, как это еще назвать. Моя любимая вещь. И пошел. Первый цикл прошел. Начинается заново. Прыжок. Прыжок. Доджим молнию. Ну и поехали шуршать. А, значит, когда факел появляется, ребят, он загорается внизу, то есть подсветка внизу, как вы видите, если вы не понимаете, да, сейчас что вообще происходит, никогда не играли в Боши, то факел, прежде чем взлететь наверх, подсвечивается внизу, видно, где он появится, поэтому если под вами собирается появляться факел, ты в заднице, тебе нужно выбирать, куда доджить. И если прям под вами, иногда бывает такое, то, что ты можешь задоджить, прям вот если влево-влево, прям в самый угол зажмешься, тебя не заденет. Но чаще всего факел вылетает под углом, и если он полетит под углом именно к тебе, то ты в сраке просто. Ты в сраке, брат, ты в сраке, брат, ты умираешь, поэтому лучше доджить направо всегда. Но доджить направо, оно, блин, это очень опасно. Что там с Игромиром, Жирнич? Я же написал уже, везде алерты были. Игромир, 6 числа будет сходка. Приходите, приходите, увидимся там. В группе ВКонтакте скажу, где конкретно на Игромире будет сходка. После Игромира тоже куда-нибудь пойдем. Вот, не знаю пока куда. Разберемся. Где-то посидим. Но опять же, бухать не будем особо прям так вот сильно. А то нажрется кто-нибудь, еще будет буянить. Продался, Коэльный продался. Позор, ребят, позор. Позор. И пиццу можно, и киви-карту можно. Все можно, понимаете. Но я не смог, ребят, отказаться от промокода KarmicFat на пиццу. Это было невозможно. Это было невозможно. Согласитесь, что прикольно. Позор. Позор. Я не знаю, что там такого, потому что любую пиццу, которую я заказывал до этого, минимум 700 рубасов отдавал, ребята, минимум 700 рубасов, поэтому вы просто берете пиццу, большую колу, и вот у вас заказ на 900 рублей. Как обычно, косарь всегда уходит минимум, только теперь за этот косарь вам еще бонусную хероборину дадут. Не понимаю, что у вас за забомбление. У меня билет на 7-е, сука. Так, ну вот насчет 7-го. О, вот этот прыжок, ребят, безумно тяжелый. Да тут вообще все прыжки тяжелые. Так как нету сейф файлов, мы сейчас здесь ждем. Ребята, ждем, пока этот парень начнет уходить. Обычно в дефолтном прохождении на эвередже здесь обузился сейф файл, где ты просто делал сейф. Поспешил, поспешил. Ну, ребят, представьте, что вы в Боше на рейдж моде бежите минус 4 минуты. Безумие, безумие, ребят, безумие. Я бы тоже обосрался, у меня бы ладошки так вспотели, что я бы дышать, наверное, не смог бы даже. Надо думать. Короче, я вам говорю, ребят, то, что BBF во время этого рана, вот сейчас, в данный момент, волнуется как школьница, ребят, как школьница, когда ей написал мальчик, которого она любит. GG. Just wow. Easy wear, ребят, easy. That has not happened in like 10,000 attempts. Ага, хорош. That is a nice way to lose like 30 seconds. Holy shit. That is fucking great. Wow. I'm actually really mad about that. Вот сейчас страшно тоже. Ну, вы представьте, это мировой рекорд, да, ребят? Это мировой рекорд, представляете? Wow. Ну ничего, бывает, ребят, бывает. Главное здесь сейчас не отъехать. Отъехать, как вы понимаете, можно всегда. That sucks. I had like four attempts, I was eight, and I was like
Красавчик, прошел все-таки. Но уже минута отъехала, ребят. Сейчас будет Мегамен. Значит, Мегамен, ребят, на Rage моде. Сейчас мы увидим то, что будет та фаза. Значит, вначале вы всегда отходите назад, начинаете разваливать кабину Мегамену. Проносите как можно больше дэмэджа. Дальше. Всегда вам нужно убивать сверху, как только появляется, ну, вот этот моб. Вы убиваете его, и потом среди бомбермена и чувака с кольцом убиваете калечника, потому что если калечник будет находиться на уровне достаточно долго с бомберменом, начнет происходить говнище просто на уровне. Недоволен BBF тем дэмэджем, который он пронес. Поэтому тут всегда начинается возня, ребят. Выходит жесткий дядька. Встаем на специальную позицию, в которой нас ничего не заденет. Как видите, он проходит чуть-чуть вперед, при этом дамажа. Это исключительно, вот, исключительно мышечная память. Здесь тоже встает на конкретную точку, где тебя точно не достанет, потому что вот эта вот конструкция непонятная обязательно отойдет назад и начнет сначала огоньком фигачить, а потом вылетит шип. И ГГ. Чего? BBF сказал, теперь тяжелая часть рана. А до этого была херня, ребят. Херня. ВР изёвый, но оставлю его кому-нибудь другому. А ты неплох. А ты неплох. Я смотрю, научил тебя лучшему. Вспомнил, как тут гид потел. Тоже на рейпе. Но тут все потели, ребят. Все потели. Короче, Rage мод, ребят, Rage мод, предыдущий мировой рекорд, против которого он бежал, был 49-48, то есть 50 минут это был Rage мод. Ну, по факту он отличается только сложными драками и тем, что нужно платформер делать. Вот, так-то. Не особо большая разница по времени, но технически прям трындец просто. 5 лет потел и допотел вот до такого времени, да, ребят? Ну, нравится, если человеку игра, почему 5 лет мне не поиграть? Вон многие играют в доту 5 лет, даже больше, там по 10 лет играют в доту, по 6. Сколько там доте лет-то уже, все время в нее играют. Дальше-то что? А вот он в Боше играет 5 лет. Зато он самый крутой чувак в Боше. А, и здесь, короче, ребят, будет уровень, как раз-таки, где нету сейв-файлов. Сейчас вот я вам скажу, как бы, где большинство ранов как раз-таки на этой сложности и заливается безумно, потому что там, если ты сдохнешь, тебе нужно делать весь платформер заново, все вот это время, и ты теряешь минимум 2 минуты за каждую смерть, которую ты получаешь там. 10 лет играл в WoW, слава богу, отпустило. Вот, пожалуйста, 10 лет играл в WoW. Вгружал бабла. А ты во что играл, в PvE или в PvP? Просто PvP 10 лет играть, это прикольно. Но тогда тебе надо было на близкон бы попасть хотя бы. 10 лет, если ты играешь. Вот, вот это комната, ребят. Рот шатал. Вот он просто медленно пешочком отходит. Вот этот прыжок. Хорош. Жесть. Есть, справился он. Жесть. Шансунг. Поехали. Опять же, на Шансунг отключаем, ребята, даблшот глич. Да, этот чувак, ребята, он очень, очень жесткий. Ну, в такого рода игры постоянно играет. Просто, ну, Дист, допустим, я его спрашивал, что, Дист, будешь больше бегать? Он такой, не, в жопу, я не умею мешать, как бы, стрельбу. О, пожалуйста. Жесткий рандом. Иногда здесь реально он делает кровяную атаку с апперкота, которая вообще просто, ну, не знаю, возможно ли человека, ну, задоджить ее человеком, я хз. Я думаю, что нет. Короче, Диста спросил, Дист, будешь ты играть в Боши? Он сказал, нет, в жопу, не буду, потому что мешать я не умею быстро. И когда я как раз тренил Марио, смотрел, как BBF убивает Марио, он Диста написал то, что, блядь, жесть какая.
Некоторые, говорят, люди любят играть в эти игры по многу. И только в них и играют. Как у них так получается хз, типа, стрелять. Именно стрелять, прыгать, действовать при этом. И постоянно спамить кнопку стрельбы. Не просто спамить, а спамить ее правильно. Матаро. Матаро, ребят. Легается. Сюка. Виномансерам, говорит, с Ютуба привет. Да там почти не осталось виномансеров. Они куда-то исчезли. Может, появится еще, не знаю. Это просто трындец, дамы и господа. Это просто трындец. Чего? Звук контроля? Это не контроллер, если ты что. Звук геймпада удобный. Контроллер больше кнопками. Не понял немного твое сообщение. Боши играется чисто на клаве, ребят. На контроллере невозможно. О! О! Заруинил последний прыжок. Господи, я представляю, как у него жопа горит, ребят. Вот честно, я ДС-ка играл. Ну, ДС не такой рандомный и не такой тяжелый. Скажем откровенно, то, что боши гораздо тяжелее, чем спидраны по Dark Souls. И, блин, там реально в ДС-е жопа горит безумно. Я даже боюсь представить, как здесь жопа горит, особенно на рейдж моде, где у тебя нету ни хера вообще ничего просто. Да, это механическая клава, конечно, ребят. Не, смотреть в эту игру. Как всегда, ребят, себя блеймит, ребят. Спидранеры себя блеймит, переключают сейчас кнопки. Не знаю, почему он здесь на... А, Рю надо же подбирать, господи, чтобы на него переключиться. Забываю все время. Но Рю здесь вообще очень жесткий, ребят. Рю, у Рю прям... Вот очень круто все с этим огоньком. Блин, надо бы вам показать, конечно, как за Рю здесь убревается. Ну, вообще, кстати, насколько я помню, 100% на Games Done Quick BBF бегал категорию 100%. И он как раз-таки показывал в категории 100% вот здесь. Этот огонек убивается за Рю, насколько я помню. Ну, 100% мы не будем зырить, ребят. Я и так уже тут все, что можно, рассказал. И рассказывать-то больше нечего. За исключением того, что если, может быть, сейчас будет какой-нибудь сюрприз на драке с боссом. Короче, суть в том, то, что я вообще все это затеял, потому что я сейчас треню эту всю хреноборину, и хотелось бы, конечно, чтобы вы понимали, что здесь происходит, что я пытаюсь достичь, но, опять же... Когда ты смотришь мировой рекорд и тренится какой-нибудь бомж типа меня, который никогда не играл в подобного рода игры. Ну, здесь опять же у нас с помощью кнопки он не телепортнул, к сожалению, сейчас босса нормально. Случайно, по ходу дела, нажал рестарт. Вот. И... Как бы это разные вещи. Потому что на Марио я до сих пор не смог сделать стратку, вот как он убивал Марио. Я 5 часов закреплял, так и ни разу не получилось, ребят. Рот шатал этого Марио. Водопроводчик несчастный. Трубу шатал его. Трубу шатал Марио. Трубу шатал. И насколько ты близок к этому рекорду? Нет, ребят. Вы чё? Я еще ни одного рана не закончил. 5 лет надо было закреплять. Ну да, наверное. Я не буду бить рекорд. А рофл в том, что билеты на субботу на Игромир кончились в тот же день, что ты говорил примерно через 2 часа. Ну, брат, это никак не связано с тем, что я сказал, что я иду на Игромир. Все такие, о, блин, Коэль идет на Игромир, давай скупим. Да, сейчас. Вы че, сбрендили что ли? Так получилось, просто скупили. Меня больше поражает то, что VIP-билеты уже скуплены, ребята. VIP-билеты скуплены. Все. Вот это немного странная история. Одни олигархи у нас в стране живут. Кризис вроде, а все билеты за 7000 рубасов уже скуплены. Вот это интересно. Шейхи подоспели. По ходу дела. Я правда не знаю, сколько народу будет, ребят, на Игромире и с кем мы пойдем. Если будет дохерич, овер дохера народу, я не уверен, что мы сможем найти место, куда потом после Игромира пойти. Пойдем в парк. Во, вот, пожалуйста. Вот этот прыжок, ребят, вот этот прыжок, который, на котором сейчас сдох
BBF, он пиздец. Он реально, вот без шуток, пиздец. Так, 11. 11 мир еще. 10, 11. Где? За гаражами. Ну, за гаражами пойдем тусоваться. То есть он уже, ребят, за эту смерть 30 секунд всрал. Даже 40 где-то. VIP-билет за 7к на Металлику на 21 июля следующего года в Танцпартер. Билет 7к в Лужники. Да-да-да, я и говорю. Он опять, что ли, там сдох? Он как... Чего, он замутил микрофон, что ли? Чего он ничего не говорит? Мне кажется, он матом орёт, орать должен. А, вот он расстроенный. Easy wear, ребят. Easy. То есть было минус 4 минуты, ребят. Минус 4 минуты после пятого мира. А, после Геннона осталось минута 40. Забирайте, пацаны, забирайте. Я, конечно же, забирать не буду. Я оставлю шанс коммунити. Забирайте, ребят, забирайте. Халява. Просто халявище, ребят, халявище. Я хочу посмотреть реально на... Есть ли ТАСС именно на рейдж-моде? Я ТАССа на рейдж-моде еще не видел. Кто-нибудь погуглите пока, есть ли ТАСС на рейдж-моде. Давайте тоже зазырим. Обычный ТАСС мы уже 50 тысяч раз смотрели за Соника. А есть он, скинь? Игра, в которой золотые сегменты вообще ничего не значит. Да в этой игре, понимаете, надо быть роботом, ребят. Надо реально быть ТАССом для того, чтобы постоянно... Ну, блин, представьте, все же люди, все же человеки. А, и вот ты бежишь такой, бежишь, у тебя лучший ран за всю историю. Блин, VR можешь обновить невероятно просто круто. А потом какая-нибудь дресня происходит, тебя вообще подкашивает безумно. А, также во время гонок тех же самых турнирных, где гонки комьюнити происходят. Ты реально просто, ну, иногда... Тупо на эмоциях дохнешь. Ну, прикол здесь сейчас сдохнуть, потому что... Сдохнуть-то здесь вообще нифига не сложно. А потом все это заново делать. Не, ясен пень то, что он закреплял там over 9000 раз и так далее. Игру уже прошел, блин, за 5 лет-то сколько раз можно было Bosch пройти. На концентрации 50 минут просидеть, мне кажется, можно... Ну, кстати, в рэп норм, норм тема, нормально рандомич. Хорошо дамажит. Что тут будет сейчас? Три атак тоже не самое худшее. Но все равно долгое, конечно. Лучше всего, конечно, когда он хилится. Рекавери, ребят, рекавери самое лучшее. Здесь обязательно надо подпрыгнуть, чтобы тебя подогрело, потом лед сбило. Ну, гаст отстой. Гаст отстой, ребят. Ну, здесь не получится, конечно, на рейдж-моде не получится убить очень быстро миссию, но придется задоджить очень много рандома. О, лазер, кстати, хорошая атака. Хайпер-бим. Ну, в рэп нормально. Да, BBF полностью, всю, ну, BBF держит вообще весь Боши под собой, типа. Это батька. О, рекавери, рекавери найс, ГГ. Ну, на боссе, кстати, сэкономил минуту. Если за один день проходить Боши 1000 раз... Ой, один раз. За 5 лет можно пройти ее 1827 раз минимум. Держу в курсе. Держи в курсе, брат. Я уже объяснял, как эта фигня работает. Эта фигня, ну, этот баг работает только, ребята, за двух персонажей. Это за Боши и за Нянкити. За Нянку. И это, кстати, единственный левел, на котором здесь есть реально нормальное количество сейв-файлов, более-менее. Да, получается то, что
он всрал в общей сложности 30 секунд там, 4.30, еще 2 минуты, да, 6 минут 30 секунд быстрее можно пройти, чем вот это время. А он, кстати, по-моему, переключал уже, нет, еще не переключал, на Sum of Best. Можно, кстати, в таймере переключиться, посмотреть сегменты именно Sum of Best против Sum of Best, посмотреть и позырить, сколько там. О, так, saved. Ну, опять же у нас... Ну, посмотрим, Сол Грин, что нам принесет на Хардевиче. Ну, не получится, кстати, сделать one cycle на хардецком. На рейдже, точнее, ребята, не на хардецком. Не получится. Поэтому еще позырим, что там выйдет. Блин, он все-таки безумно жесткий, блядь, ребят. Безумно жесткий. Есть же, конечно, мастера, знаете, вот как это все равно, что ковать, например, какое-то оружие опять. Там, ты куешь предметы 5 лет, и ты прям наковельный такой, со стажем. Вот, либо варить, когда ты сварщик. Там у тебя выслуга лет безумная и так далее. Вот тут он башист просто. Башист BBF. У которого выслуга лет просто 5 лет, понимаете. А Гастли сейчас, ребята, Гастли надамажил вообще не в ту сторону. Вообще не в ту сторону. Идет жесткая первая фаза, которой нету на Average моде, потому что Сол Грин на первой фазе отлетает сразу моментально. Сварельный. Вылетает еще Соник здесь. Мать его, идти. Короче, та еще срань. Слово наебошиться принимает другой смысл. Ты хорош, хорош. Ну и вот как раз та фаза, где можно продамажить Сол Грина очень-очень сильно. Все равно волнуется BBF, ребят. Все равно BBF волнуется. Ребята, все равно засрал ран, включил микрофон обратно. Не, слушайте-ка, задамажил, ничего себе. Хорош. Сейчас посмотрим, как пойдут. Ну, ван сайкл щитами точно не получится. Главное не сдохнуть. Так. Доджим. Переживаю его больше, чем за себя. Ребят, честно скажу. Пошла следующая фаза. Вот здесь, ребята, учитывая то, что у Соло нету хп никаких, нам нужно просто пережить, потому что его вообще, он появится потом, если хп всю не пронести. О, пф, ты чё, бешеный какой, как он задоджил? Даже я чуть штаны не навалил сейчас. Короче, нужно будет потом дамажить, ребят, его вот на фазе после боссов. Он опять появится, Сол Грин. И еще на корабле нужно будет, ребята. То есть, если ты не пронес ему хп, то еще на корабле нужно будет дамажить. Короче, та еще Петруча. Короче, а вы говорите, ребят, вот вам и спидраны, пожалуйста. Вот представьте уровень давления сейчас на психику человека. Жесть. Он все равно счастлив, ребят. Вот представьте уровень давления на психику человека, когда вот это говнище происходит, ребят. Вы знаете, как сердечко херачит? Жесть просто. Просто жесть, ребят. Просто жесть. Сердечко у него реально... я не знаю даже, как это... Вот это состояние описать... Вам нужно реально попробовать. Вот в Боше очень много, очень большая конкуренция была, по крайней мере. Я уверен, что эта игра сейчас мертвая, ребят. Конечно, 4 минуты, вы все понимаете, да? Easy wear. Забирайте, ребят, но... я вам скажу честно. Вот меня спрашивали по поводу самой престижной, ну, VR, если где-то взять в какой-то игре, то престижный там и так далее. Боши очень престижный мировой рекорд, ребят, очень престижный. Уважаемый, Вася, ты потом придешь такой.
на Games Done Quick, Вася такой, у меня VR в Bosch, и побил BBF, вот такой, ходишь, тебе чай подают, понимаете, там, на попе автографы оставляешь и так далее. Вот. Это уважаемая категория. Это не интерактивное кино, ребят. Спидран интерактивного кино — это самое пососное дерьмо, которое когда-либо только придумывали. Поэтому не надо, не надо, ребят. Спасибо, спасибо, с подстрижечкой, спасибо, спасибо. Ничего не могу с собой поделать. Как просыпаюсь, так и стримлю. Без ручки так. Get your ass back here. Вот. На попе BBF, да, прям можешь так вот делать. Еще раз скидываю, ребят, ссылку на профиль BBF, потому что сейчас мы будем смотреть, ребята, сейчас мы будем смотреть. Просто вот там выбирайте там YouTube, Twitch, все, что хотите, где подписывайтесь. Вот, жесткий чувак. Во всякое дресню играет. Камилию вторую, I Wanna Run The Marathon, да, вот в подобные игры, короче, играет. Дальше, ссылку мне, пожалуйста, ссылку на ТАСС. На ТАСС, пожалуйста, ссылку мне на ТАСС величайшей сложности на рейдже. Есть ли ТАСС у нас? Ну, дайте я сам загуглю, что мне. В гугле, что ли, забанили. Дайте. Сейчас. На ТАСС ссылку. Rage Mods. А есть ли он вообще? Мне кажется, его нету, ребят. Паргалку сделал. Таблица двадцаток. Математик в чате. Красавчик. Красава. Красава, брат. Да. Так, ну вижу таблицу двадцаток, но Bosch Rage Mod нету, к сожалению, в ТАСе. Есть просто за Соника. Стрим залагал от этого VR. Да, брат, тут у меня как бы это шаблон залагал от этого VR. TAS, I wanna be the Bosch Rage Mod. Подстригся, жирнее стал, как скажете. Не, нету, ребят, ТАСа на Rage Mod. По новеллам спидраны, брат, конечно же, существуют. Бери и смотри. Но это, если с точки зрения уважения, Вася, то это нет. Это нет, это все равно, что интерактивное кино. А где таблица после 5К? Алло. Как-нибудь обязательно, ребят. Сделаем разбор по новелле какой-нибудь. Но не сегодня. Ну, к сожалению, нету, ребята. Нету ТАСС спидрана в Rage моде. Поэтому посмотрим в обычном. В который раз. Но я на этот раз объясню, что здесь происходит. Потому что ТАСС делается за Соника, ребят. ТАСС делается за Соника. И Соник, ребята, он может творить вот такую вот дичь. Он, во-первых, быстрее бегает, во-вторых, дальше прыгает. И DMC рано норм. И вот здесь, ребята, есть скип, где ты просто проваливаешься сразу вниз, перепрыгиваешь. И Соник один из тех как раз персонажей, который может бежать, щемиться и перепрыгивать те вещи, которые никто, ни один другой персонаж не сможет сделать. И так как это ТАСС, то здесь все происходит в идеальном состоянии. Смотрите, что творится. Опять же, ни одной атаки не будет, ни одного выстрела не будет промазано, ребят. Ни одного выстрела. Соник еще, между прочим, может задоджить лазер смерти просто обычным прыжком. ГГ. Один мим прошел. Ничего не было. Ничего не было, не знаю. Он должен был задамажить, ребята. Он хоть и казалось, что пролетел мимо, но нет, это не мимо. Как вы понимаете, ТАСС не берет сейф-файлы.
ТАСу не нужно ничего. Значит, что такое ТАС? Еще раз, для тех, кто не знает. ТАС — это когда человек программирует робота, и робот знает, что нужно нажимать, когда нажимать и так далее. Так как в этой игре практически нет рандома, а на платформере нету рандома. Посмотрите, просто запрыгнул наверх вместо того, чтобы делать. Ты чего? Не, ну ТАС творит, конечно, дичайшую жесть. И здесь скип, ребят, где ты просто сразу через шипы пропрыгиваешь. Только Соник может творить такую дичь. Даркбоши не может, ребят. Даркбоши вынужден следовать маршруту такому же, как и обычные спидранеры. Здесь многие стратки используются, например, ты триггеришь сразу паука и этого чувака, потому что ты можешь перепрыгнуть сразу все. Сразу все можешь перепрыгнуть. А значит, для тех, кто думает, что у Соника хитбокс больше, чем у Даркбоша, это не так. Хитбокс всегда одинаковый у всех персонажей. Единственное, что модельки просто очень большие. А значит, и ты не можешь контролировать этот хитбокс, не можешь видеть, что происходит. Потому что у Соника моделька очень большая, но хитбокс такой же, как у Боши, треугольный. Вот, но... ты не можешь это контролировать. Ну как? Можешь, конечно, если ты сверхчеловек, либо бот. Стандартный тройной цикл, изи. А твой ВР как в коммунити считается в плане мой ВР? Ну, у меня сейчас два вроде как еще. И как он считается в коммунити? Никак, блин. Просто ВР и все. Че? Ну, Ирю. Нифига. Вот это он нормально сделал. Не, это грязь, ребят, это грязь. Я отказываюсь откомментировать вообще, потому что... И здесь, кстати, тоже скип, ребят, где ты сможешь перепрыгнуть наверх, вместо того, чтобы идти понизу. Ну, короче, для того, чтобы понимать, что делает ТАС, нужно реально понимать, что происходит в спидране. Спидран я объяснил, теперь мы смотрим просто ТАС, который творит просто грязь, ребят, просто грязь. Смотрите, что творит этот... Для него не существует просто кнопок, они лишние тут. Половина уровня, половина платформера просто лишняя, ребят. Подождите, уважаемые дамы и господа. Я прошу прощения. Во-первых, как вы видите, мы вообще прибегаем не отсюда, как положено, вот отсюда мы должны зайти, а просто вот отсюда. Потому что мы можем перепрыгнуть эту дичь всю. Значит, давайте посмотрим в 0.25 драку с Марио. Ну, во-первых, здесь он стрельнул просто по фану, ребят. Это просто фан. Это просто фан. Значит, ждем, когда аудиозвук идет, прыгаем. Он держит босса прямо по центру. Прямо по центру. При этом постоянно делает даблшот, блять. Просто и так мешить невозможно человеком. Посмотрите, сколько выстрелов за раз вылетает. Перепрыгивает фрейм перфектно, при этом проходит к нему. Он двигается к боссу еще при этом постоянно, для того, чтобы больше дэмэджа наносить. Он находится вплотную к Марио, ТАС, вплотную постоянно. Просто kiss my balls. Еще глумится, короче, бегает. Вот за это я обожаю ТАС спидрана, ребят. Вот за это я обожаю, потому что... Ты просто смотришь, он реально даже не убивает вот это вот дерьмо. Он не убивает вот этих вот чуваков. Не делает... Просто дэнс, ребят. Swing your arms. Do the Mario. Если кто не видел ТАС по Селесте, ребят, разборич. Именно VR по Селесте и потом разборич по Селесте. Посмотрите обязательно.
А, потому что Селеста это тоже та еще, конечно, хреновойна. Вот здесь, кстати, главное двойным прыжком не прыгнуть, а то тебя размажит об Марио. Жесть. Да ничего, будет разбор. Нет, завтра у нас, ребят, Resident Evil будет. И, кстати... А почему ТАСС не делает скипельный? Я не знаю, почему ТАСС не делал скипельный здесь с помощью телепорта. Сейчас проверим. Все равно же быстрее будет. Ну, ТАСС вообще не берет никакие сейвы. Зачем ему сейв? Возможно, для того, что, типа, сейвы не берет. А, он здесь клип делает. Вау! Какой резидент? Не один резидент, много резидентов будет. Первый, второй резидент, четвертый, седьмой и код Вероника. У нас завтра день пиццы, ребят, день пиццы завтра. Будем очень долго тусить. Вот смотрите, что делает. Чем ближе ты к боссу находишься, тем больше ты можешь атак профигачить по боссу. Поэтому он... Не, подождите. Окей, no comments, ребят, no comments. Мой VR в САСе достаточно тяжелый. Охереешь убить. Декнес. Я скипнул уже 1.5-2 месяца стрима. Нормально, скипнул 1.5-2 месяца стрима, а при этом налог уплочен, брат, спасибо. Спасибо, что уплатил налог. Во сколько завтра стрим? Я вот не знаю, я думаю, что начнем мы, наверное... Часа в 4, наверное, начнем. Может, 5. Но он будет долгий, ребят, он будет долгий. Завтра у нас только разборы. Просто я делаю этот разборич, потому что, ну, я собираюсь спидранить босса, как челлендж, типа. Мужик сказал, мужик сделал. Он даже, кстати, не обузит стратку, потому что она медленнее, потому что ты можешь просто наваливать максимально близко, находиться к боссу и наваливать по нему вот так вот. Пиздец, что происходит. Восьмерка летает даже. Да даже не восьмерка, хер пойми, как летает. Лунная походка. Да, кстати. Угу. Почему третьего резидента не будет? Потому что я не могу успеть все резиденты сделать, потому что вот эти резиденты, которые я разберу, там намного очень много часов... Делать стрим на разборов на 12 часов, это будет очень уныло, ребят, очень уныло. Может быть, как-нибудь до третьего резидента доберемся, но сомневаюсь. Ну, короче, это трэш, ребят, это трэш. Вот он здесь просто перепрыгнул. Да, конечно, Соник, ребят, делает такую грязь из-за того, что он быстрее бежит, дальше прыгает. Ну, быстрее, значит, выше еще. Еще просто глумиться походкой ходит здесь. Резидельный, да, ребят, резидельный. А здесь даже не надо обузить сейв файл для того, чтобы перепрыгнуть. Замечательно. Может, лучше новый выбросить, чем классику? Ну, блин. Я подумаю насчет третьего, ребят, но они все очень похожи. Здесь ты можешь просто под боссом находиться и задолжить все выстрелы молнии. Но допрыгнуть сюда может только Саник. Во-первых, ты находишься в упор. В упор находишься. В упор. Поэтому можешь дамажить максимально. И глумиться вот так вот, прыгать. Прыгать просто, глумиться. Сопровождая при этом вот эту вот херню, которая тебя убивает. Нет, ТАСС, конечно, дикая хрень. Ребят, еще раз говорю то, что если кто-то умеет программить каких-нибудь ботов вот таких вот, чтобы что-то типа вот наподобие такого делать, блин, находите игры, короче, ломайте там. ТАСС Battletoads тоже одна из тех вещей, которые просто, блин, взрывает мозг.
Реально, реально взрывает мозг. Дарквин Дак в Тасе тоже, блин, жесткая. Вот смотрите, он просто перепрыгнул шипы, ребят. Сейчас будет левел, где я заострю внимание, что в Боше очень много фреймперфектных сейф-зон на тех же шипах, где можно приземлиться и тебя не убьет. Я случайно тоже обнаружил парочку, которые бесполезны, к сожалению, для спидрана точно бесполезны, на мире с Годзиллой на платформере. Вот. Да ТАСС вообще все круто делает, ребят. Ну, вообще ломать игру очень прикольно. Я, короче, сегодня посмотрю, что там по времени получится. Сколько разборчиков. Просто они долгие, ребят. Там четвертый резидент час 10, что ли, или около того. А считайте, у нас резидентов будет раз, два, три... Ну, короче, 5-6 резидентов будет. И что это получается? Очень долго, ребят, по времени. Ну, с другой стороны, целый день, что нет-то? Ну, можно попробовать, в общем. Жесть. Жесть! Да, это ТАСС, ребят. Снаряд мимо пролетел. Снаряд мимо пролетел. Кошмар. Че, он сначала бомбера убивает, а не колечника? А, ну да, ТАСС уже, в принципе, похеру. Вот здесь еще тоже, ребят, вот этот момент, когда ты проходишь игру сам, когда вылетает вся эта дичь, и когда он взрывается, у тебя трясет экран, а тебя все еще убить может, ребята. Элементарно может убить это херайборина. Вот здесь, ребят, вот здесь на уровне будет много сейф-зон в шипах. Потому что Соник не будет проходить платформер так, как это положено сюжетом. Потому что, как видите, он даже не использует здесь вот, вот, ребята, шипы, где есть сейф-зона. Он не использует вот этих ходячих чуваков, которых ты, по идее, обязан использовать. Но вместо этого ты используешь сейф-зоны в шипах. Вот здесь. Но они фрейм-перфектные. Я что-то не понял, ТАСС... Это по какой-то самый известный в мире спидранер. ТАСС это... ТАСС это самый известный в мире спидранер. Тоже вот, как видите, шипы там тебя не убивают. ТАСС это Tool Assisted Speedrun. Это спидран, запрограммированный робот. Робот. Это не человек спидранит. Либо игру делят на фреймы и воспроизводят потом. Либо программят конкретно бота, который нажимает кнопки в зависимости от того, что происходит на экране в какой момент. Это не человек. Человек, ни один человек не может такой херни сделать. Он же рофлил. Давайте, восклицательный знак. Капча. Восклицательный знак, что там? Где там это? Про то, что Хуан Антонио Самаранчо-то. Как уже это, паста? А, восклицательный знак паста, ребят. Восклицательный знак паста. Был тут один чел, который на ютубе мне про спидраны объяснял. Вот здесь, вместо того, чтобы по лебедям прыгать. Смотрите, что творится. Просто сразу запрыгивай сюда. И дальше. Вместо того, чтобы направо прыгать, просто берешь сразу на монеты запрыгиваешь. Ты просто завидуешь этому ТАССу и не хочешь считать его за человека. Да, да, да. Есть, кстати, только одна вещь, которую я не понимаю в ТАССе. Потому что мы его уже несколько раз смотрели, ребят. Я не понимаю только, почему он на последнем 11-м мире... Охренеть. Жесть. Почему он свитчает на Боше, когда он использует именно эту... Морского коня. Коня морского, ребят. Да, и ТАСС, кстати, не убивает легитимно. Легитимно, ребята, убивает. Легитимно убивает Геннона. Соник не может сесть на конька. А, потому что у него и так скорость огромная. Все правильно.
все правильно, извиняюсь, ребят. Да, все верно. То есть Соник не может сесть на морского коня, потому что у него и так скорость огромная. И поэтому игра чисто не хочет садить Соника на морского коня, чтобы они вообще летали. О, нормальная тема, да? Обожаю таз, ребят, обожаю. А за подстрижку шишку? Да не подстригся, алло. Я так проснулся. Сразу перепрыгиваем пацана, даже с ним не деремся. Не деремся. Ну как, мы и так с ним не деремся, просто мы должны были ждать платформу, там все такое, чтобы перепрыгнуть. Но нет, можно просто перепрыгнуть сразу. Мне вот интересно, кстати. Кстати, мне интересно, а считается ли спидран спидраном, если ты бежишь за Dark Boss, а потом свитчаешь на Соника в некоторых моментах для того, чтобы сделать тот или иной скип? Можно ли так делать? А, нет, нельзя, потому что ты не берешь сейф файлы и тебя откинет назад, когда ты... А, все правильно. То есть ты не можешь в определенный момент реально... Блин, я вот думаю то, что таз все-таки за Соника не самый быстрый, потому что Missing No, например, если бы он получил бы рекавери сразу и лазер, была бы самая быстрая драка. Почему он не погриндил на хороший рандом? Вот Hyper Beam. Например, рекавери плюс Hyper Beam было бы быстрее, потому что драки с боссом, как вы видите, у босса гораздо быстрее длятся. Почему BBF не тренит на Сонике? 100% без Соника не пройти, да, потому что тебе же нужно там еще с капой подраться, открыть всякую фигню. Пиздец. Взял, запрыгнул. Меняю сейчас персонажа для того, чтобы пролететь здесь на коньке. Без конька здесь не получится, ребят. Босс рандомный, как таз прошел его. Взял и прошел, запрограммировали, ребят, запрограммировали. Взял и прошел. Селеста тоже рандомная в некоторых местах. Ребята, роботы сейчас умеют учиться. Учиться умеют, обучаемый интеллект. Жесть, просто Соник, конечно, прыгает, трындец. Сегодня будет что-то кроме Боша? Я не знаю. Я не знаю, ребят. Вообще, по-хорошему, завтра у нас еще будет это, резиденты, прям. Вот, я не уверен, что я сегодня прям супер долго смогу стримить. Вот, может быть, в арену поиграю сегодня, не знаю, хрен узнать. О, кстати, сейчас проверим, а будет ли One Cycle с щитами у Таса. Скорее всего, конечно же, будет. Но капча для них все еще непреодолима. Да, непреодолим, брат. Они же не могут считывать капчу. Да. Че, подождите. Подождите, я что-то пропустил все. А как он скипнул фазу с щитами? Он просто запрыгнул наверх? Ты охуел, Тас, ты охуел? Он просто запрыгнул наверх и пропустил фазу с щитами. А ты охуел? Охуел, Тас, ты охуел, понимаешь, брат? Ну это вакбан, ребята, это вакбан. Вакбан просто, вакбан. Да, Тас лучший спидранер, да, ребят.
Один цикл для лохов, ноль циклов для ботов. Согласен. Давай, Бакарди, сладких снов тебе. Поправляйся, брат. Я тоже тут вчера захворал безумно. О, давайте послушаем эту замечательную музыку. Не вырезали ли сайкл с щитами? Нет, не вырезали, брат. Он просто запрыгнул наверх. Его скипнули. Брат, запомни. Спидранерская формулировка. Не вырезали, а скипнули. Не только на 2D игры. Короче, ТАСС. TAS.org, ребят. А ТАСС придет на Игромир? Блин, я бы хотел, кстати. Ну, у нас вообще в России нету особо движухи, типа ГДК. Ну, она бы, если бы была, она унылая, ребята. ГДК делать вообще не имеет смысла. Вообще не вижу смысла делать такие огромные марафоны 24/7. Ну вот, какой-нибудь сходняк тассеров мы должны было бы устроить, ребят. Поэтому давайте, активизируйтесь, пишите вот такую вот, хотел сказать, залупу. Ну, собственно, она и есть. Пишите что-нибудь подобное, реально можно движуху какую-нибудь такую организовать, будет прикольно. Что-то она на Сонике не ранит. Да потому что ты человеком не сможешь это сделать, но человек не способен такую херню сделать. У Даркбоша хитбокс больше. Вот. Ты не сможешь за Соника убивать боссов так же быстро и стабильно, как на Сонике. Если ты не робот, понимаешь? Потому что на том же... чувака с факелом, который скелет. На том же скелете, брат. Соником ты прыгаешь прямо туда, к нему. И начинаешь его разваливать. Издалека Соник будет дамажить хуже, чем Боши. Жесть, конечно, ребят. Просто жесть. Да, ребят, я только в субботу буду на Игромире. Я постараюсь, возможно. Ну, в воскресенье это слишком жестко просто будет. 2 дня подряд как бы сходку делать на Игромире, это что-то сурово. Блин, поэтому... Обидно, если кто... Ребят, те, кто не могут попасть на Игромир в субботу, когда будет сходка, не парьтесь. Я напишу в группу ВКонтакте и в Дискорд, где мы будем тусить еще потом после Игромира. Просто придете после Игромира и все. И все, никаких проблем. А на Игромир можете сходить? Нет, ТАСС ПДС нету. Ладно, все. На этом все, ребята. А значит, почему нету ТАССа по ДСу? Потому что там слишком много рандома. Здесь в игре есть рандом, но он маленький. Он реально маленький рандом. В ДС можно сделать только Segmented Run. Что такое Segmented Run? Segmented Run — это когда ты записываешь сегментно. Например, как Half-Life 21. Community Segmented Run. Просто никто его не делает, потому что всем лень. Хотя можно. Можно реально сделать Segmented Run в DS3, который будет где-то там час 14. А мировой рекорд сейчас час 17. Или даже, может быть, час 13